Будущие медработники, учащиеся Брестского медицинского колледжа, молодые люди, которые выбрали своей профессией и призванием помощь другим. А именно таких отзывчивых, деятельных и инициативных ребят всегда ждут в рядах самой массовой молодежной организации страны – Белорусского республиканского союза молодежи. У нас есть 8 направлений, они вполне возможно охватывают все потребности молодежи, главное – вовлечь. Поэтому в различной форме мы рассказываем и доносим молодежи, что нужно быть активным, что нужно принимать участие в проектах и мероприятиях, чтобы себя реализовать, чтобы себя увидеть, как если это взять в творчестве, либо это взять в работе студенческих отрядов и так далее. Формат диалоговой площадки позволил обсудить с учащимися медицинского колледжа несколько важных тем. Это вопросы геополитической ситуации в стране, исторической памяти и информационной бдительности в медиапространстве. Мы должны формировать у молодежи критическое мышление, чтобы ко всей информации они относились с разных сторон и изучали ее полностью. Потому что действительно есть подмена понятий, есть манипулирование молодежным мнением, манипулирование новостями, источниками. Поэтому сегодня вот мы про эту информационную гигиену, если так можно сказать, поговорили с молодежью, чтобы действительно они могли различать хорошее от плохого. Также будущим медикам предложили вступить в ряды волонтеров организации. Ведь на данный момент порядка 50% учащихся уже являются членами БРСМ и медицинских отрядов. Волонтерская деятельность вот очень интересна. Я сама вот именно от колледжа мы ездили как соцпомощь, осуществляли именно взрослым пожилым людям, относили подарочки на Новый год. И это интересно, и то, что люди могут собрать деньги для того, чтобы помочь тем же самым детям, это замечательно. В принципе, самое мероприятие очень интересное, увлекательное, потому что новые лица, новые знакомства, участие, сам процесс очень интересен. Поэтому, как для меня, я бы очень хотел бы вступить в БРСМ. Сотрудничество между молодежной организацией и учреждением образования будет продолжено. В частности, на встрече был озвучен план мероприятий и проектов, которые пройдут в год мира и созидания. И ребята из медицинского колледжа примут в них самое деятельное участие.